продолжаю запись. Привет, в стране! Какой кризис? Это не в стране, это авторские права. Нет, не авторские права. Это все из-за проблем. Ну да. И санкции, так, проблемы. Надо политику, я записываю. Да, это именно из-за политики, короче, все. Не надо. Да, хорошо, не надо. Надо, не надо. Да, страдают бедные идеи, мир. Да, страдают, все сейчас страдают. Сейчас вот у нас цены собираются поднимать уже на все. Господи, нашел чем удивить, у нас уже давно все подняли. Да, у нас давно уже все тут. Угу. Все уже украдено до нас. Угу. Вон там, как говорили, блин, у вас будут санкции, и что? Мы ведем к вам санкции, и что? Будет экономический кризис, и что? У вас не будет денег, и будут цены, и что? Удивили, да? Угу. Мы ждем с 90-х годов в стране кризис, горимый. Ну да. Так, все, давайте. Волки пожрали барашков. Офигеть. Нам все пишут Battlefield 3 пойти. Не пойду я в Battlefield 3? Ну, Battlefield 3, наверное, читеров понабанили, но я не знаю, там просто... Лёрин говорит, там читеров много. Да, кстати, в этой игре... Третий бесплатно раздавали, я туда заходил, мне хватило 30 минут, чтобы понять, там делать нечего. Просто на сервак с панбастером зашел. В этой игре DayZ, короче. Стэдлон или какой? Да-да-да, куча читеров появилось. Ну, то есть, если раньше можно было там играть, то сейчас люди говорят, невозможно. Тань, понимаешь, игру люди покупали, да? Игру не обновляют, игру закинули создателя. Вот за этот, да. Дин Ракета закинул. А он не закинул, он ушел оттуда, потому что его накололи. Ну, вот, ну, закинул, грубо говоря. Его обманули, что типа проект будет один, а сделали... О, я деревню нашел, а сделали другой проект. Я деревню. Нет, снова. И вот это шея H1Z1, мне так кажется, я тоже забыл. А Шванзива? Ну да, Хизи. Ну, Хизи. Да фигня тоже. Такой же трек. Ну, более-менее игра такая. Да такой же трек тоже, симулятор бега, блин, с голой жопой. Почему с голой жопой? Симулятор ягод. Да, симулятор ягод. Нет, там только мужские персонажи. Не-не-не, симулятор ягодника. Я ее себе купила по той простой причине, что я хотела понять, что такое Days, но как бы она дешевле. Варзи надо было поиграть, Таня. Варзи тоже нормальная такая, но играбельная, но все равно. Ну в этой Хизи там крафта много очень. Хизи — это игра, созданная уже и тоже как бы на альфе. Она должна быть бесплатной, по идее. Да, обещают, что она будет бесплатная, будет она в следующей жизни вам бесплатная. Ой, да она и так, я ее купила, считай, за копейки. Да нафиг нам нужна? Ну, у нас копейки, поверь. И все равно. У меня когда была встроенная видюха, а я на встроенной сидела, я ее попробовала запустить. Угу. Сказали, идите нафиг, ваша видеокарта не подходит. Вас ей нет. Да. Сидит такая. Нет, что нет, встроенная, это что же считается? Таня, ты там пишешь что-нибудь, нет? Я? Ну? В смысле пишешь? А что, дождь идет? Ну, видео какое-нибудь записываешь, нет? Да. А что, да? А, ну тогда не буду писать. А что ты уже хотел написать? Ты не сбачишь, еще и стрим идет? А? Какую-нибудь фигню написать хотел. Да, я как всегда в своем ретро-плеере, Витя он знает. Да, я записываю. Что пишет? Ну тогда я молчу. А, ты на данный момент имеешь в виду? Да. О, я могу приручить лошадь и на лошади скакать, короче. Пока Эйзер у нас дома лошади приручил. Помедленнее будьте, добры, да, но у твоей лошади там брони нет, а у меня есть броня. Я записываю. Так, одел бы на них. Итак, Кайзер, пожалуйста. Вот так, эти. Что-то мне пиво захотелось, блин. Татьяна. С раками. А, с рыбой. Пейте пиво с раками. Татьяна, пиво с раками? Пошли там, сейчас это оформим. Ух ты! Тебе там как раз часов мало наиграно. Чувак, нарывается. Я, а, ладно, думаю, не буду банить, человек сам это как просит. Что? А что он там? Но все-таки приходится. А что? Да все, все там. Что там, скажи? Ну, человек попросил забанить его. Ну, на тебе, думаю. Я ж добрый. Она мне полностью. Ой, что? Я говорю, смотрю трансляцию, ты на каком-то пони скачешь. Да. Вот это... О, мои собаки. Ты падла, блин, белая. Что ты сказал? Сделали... Да это я про лошадь, у меня бланк... О, белая, о, все, наконец-то. Блин. Так, я думала, это про меня, падла. Знаешь, я вот ты сейчас забанил человека, и ты уже говорил, по-моему, поэтому, что... приходит к тебе домой в гости, на канал. И начинает срать у тебя дома. Да. Я это всегда говорю. Товарищи. Имейте совесть, или совесть поимеет вас. Да. О, короче, Маттер Шоу. У него в мае денюха. Ну и нафиг. Денюха? У меня в декабре. А при чем тут в мае? Да он пишет, в марте, блин. У Кайзера когда денюха? Поступил вопрос. Глеб пишет, в марте вроде. В марте, да, в марте. В марте? Студент! Лошара я. Я нашел себе друзей. Какая лошара я? Да, я лошара. Я нашел данжин. А я друзей нашел, студентов. Ты, наверное, нашел тот данж, который я нашла. Подожди, кого ты там нашел? А ты на стрим посмотри. Ну давай, включай. У меня сейчас инвентарь твой. Ага, изумруды всякие. А ведь... Лошара я. Какая? Лошара я. Ну еще, ослики. Осликов. Ослы, блин. О, ослики. О, можно ослика с этой, с лошадкой скрестить, будет мой. Вот, Татьяна такой быть.
подарю, будет? Подарю, подарю подруге это, медведя тут на один всех влюбленных. Я, пожалуй, пойду данжен зачистила. Слышь, а чем лошадок прикармливают, а? Сахаром. Сахаром, яблочками. Я выкинул тростник. И я тростник выкинул. А яблоками можно, нет? Можно. Но они не идут на яблоки, да, они идут на сахар. И выращивают вот этих маленьких лошадок, сахаром можно вырастить. Да, блин. А это, а чтоб они это... Яблоко золотое. Ну, два золотых яблока. Что? Два золотых яблока надо! Для скрещивания? Да! Это не раком. А чего он не слышит? Напиши. Идут они лесом и раком. Ну я ж вот два яблочка сделала золотых и размножила. У меня веселье начинается. Слушай, я там золото принес, ё-моё, хоть заделайте из этих яблок. Забудь уже про свое золото, нету его больше. А, понятно. Да я всего 16 штук. А, блин. Лёрин, а ты где? Я? Огребаю. Да, я огребаю. От кого, ё-моё? Ты был главным довольный, да, я что, я огребаю. Ты в данже? Да. Да. Полтора сердечка уже в минус. Значит, видео про скрещивание это 18+, ребята. Это жесточайшая порнуха будет. Я записала. Жесткое зоопорно, да? Да. За Филой вперед! Космическая жила, магическая сила. Урок для Зохила. Это по-другому как-то звучало, Витя. Да, да, я знаю. Я не могу это, понимаешь, сказать в прямом эфире. Можно я скажу? Нет, у меня канал высокой культуры. Я, понимаешь, после того, как перестал в контру играть тогда, да, я стал такой культурный, типа. А ты ушел уже оттуда? Хотя мне это чувство надо было все-таки канал. А, да, покажу. Подожди, это тот данж, который я нашла. Да-да-да, это он. Лёря нашел чужой данж. Фу, ой, отписка. Зря ты сюда пришел. Отписка. Почему? Давайте сходим в данж. Я пока живу, у меня все здоровья, у меня два здоровья только что отняли. Потому что у меня будет щиток, грубо говоря. Что за щиток? Блок. В смысле? А мечок. Какой у тебя блок, а? А, он мечок блок. Воу-воу-воу-воу-воу. Угу. Что это было? Это была Таня, короче, воу-воу-воу-воу. Я думаю, у него глок откуда-то взялся. Давай в данж пойдем. Офигеть. Я вижу босса через текстуры. Молодец. Ты этот... Он внутри? Текстура. Да. Я вздыхаюсь, у меня лаги. У меня есть подводное дыхание, пошел на босса. Так, все, меня бьют. Факел поставь, блин. Не дыхни воздуха. Об стену факел ставишь и вдыхаешь. Я понимаю, но понимаешь, когда у тебя такие дикие лаги. То что, нельзя факел поставить? А их нельзя просто так бить, этих? Конечно, их надо с песней по жизни бить. Да, ну давай я победила. Они убегают? Что за дикие лаги? Не бейте меня. Я нашел новый биом опять. Где ты лазишь? Значит. Ну, давай, глотни воздуха. Я в отличие от вас по карте бегаю. А мне сейчас убьют. А я вижу босса сквозь блоки. Я его тоже вижу. Зайдите на канал Тани, посмотрите видео, как Таня с Лёриным мочат кого-то там в данже. Не, его нельзя так побить. Сейчас моды в Биом Суплэнте, вон там такие красоты. Он звуки издает уже просто. Да кому что, а тебе, блин, красоты в Биом Суплэнте. Я видел эти красоты, я видел этот мод. Вот. Но в данный момент дружеская ванилька, понимаешь, описание? Леориан, ты где? Я? Отдыхаю? О, отдыхаешь я или отдыхаешь? Я сейчас помру. Дыши, Таня, дыши. Конечно. А, говорит, слышь, дай мне сит твой, я тебе, говорит, джунгли найду, и да нафиг мне надо. Я не люблю чужими мозгами делать. А где ты подыхаешь? О, я? Кто-то был убит. Я в блоках закопался, только ко мне не тпшишься. Да, иначе умрешь. Да я уже все, стоп. Опять умрешь, значит. Лол, тут блоки не ломаются. Блин, как лагает просто. Да господи, вас там что, в данже мочат, что ли? Кайза, можно я ГМ-ку подпишу на пару минут? В смысле? Не надо. Я в блоках застрял, они не ломаются. Ну как-то не ломаются. Реально не ломаются. Ты читер? Ну и все, я оставь данж. Скажи привет друзьям от меня. Привет друзьям от меня. Привет друзьям от меня. Да-да, этот блок сломай, чтобы вылезти из этой западни. А ТП отшнуться не можешь оттуда? Посмотри координаты, ТП-шнись на блок в сторону и все. Там же можно ровно на блок даже ТП-шнуться. Но он не успеет. Угу. Я же тебя знаю. Меня сейчас опять залагает. ТП. 1-1. Ой, 1-2-2-9. 40-2. 7-7. Какая-то версия, это 1.8.1.3.5. 3.5. Ой, давай, знаешь, умрёшь. Ну, давай, это умрёшь. Сейчас можешь уже точно-точно по координатам тпшиться. Да-да. Можно точно-точно, только меня тут сейчас убивают. Убивают! А пошли вместе. О, говорит, шире шаг. Пошли вместе. Да успеем в другом стриме. А что он полез? А что ты полез, а? Выходи оттуда. Рыбки хочу. Выходи оттуда. О, а что-то я выловила. Ничего, больше всех надо. А я просто выловила.
что, будем заканчивать? Лицуха! Да, лицуха! А! О, да. Я, кажется, этого о, встретил. Да. О, Гардена встретил. Кого? Охранника, блин. А, сторож. Гордон Фриман, блин, опять. Угу. А знаете, как он меня убил? Передо мной такая штуковина проплывает перед лицом, и у меня умирает сразу. Кайзер не пиратит. Надо, блин. Кайзер вообще с лицензией играет всегда. Да, постоянно. Да. Кайзер, у тебя какой левел? 16. Что? Алмазный меч зачарить надо. У меня 19, да, да. Будет. О, господи. А это с металлическим как-то не очень. Ты кто, чудовище? Ты кто? Ага. Это все попал. Болото. А джунглей нету. Ну почему на этом серваке материться нельзя, а? Да нет, не на серваке, а на моем канале нельзя. Причем тут сервак? Люди читать будут, да? Люди, понимаешь, нет, так смотрят просто. Ты не понимаешь, смотрят же молодежь, которой не надо такие слова знать. Они и так знают. Нет, так ладно, что они знают, это их проблемы, но зачем их еще плохому учить? Я бы сейчас столько всего хорошего сказал. Насчет чего? Насчет всего. Ну, насчет чего именно? Защитите, милейший. Ну, у тебя бы лично раз пять. А, ребята, слушайте, что за чарование? Покупал с сайта или с магазина? Я не помню, как я покупал лицензию, честное слово, не помню. Зачарование глючит. Сейчас все глючит, я по морю плыву, у меня тут острова прогружаются, так что сейчас все будет глючить. У меня только одна ячейка для того, чтобы поставить и зачаровать, вторая не отображается. То есть старый вид зачаровальни. Не, по-моему, я с какого-то магазина брал, мне даже, по-моему, там подешевле нашли. Я, по-моему, тогда за 15 долларов что-то такое купил. Кого? Лицензию. Майна, что ли? Да. Не, у меня подарочная. В смысле подарочная? Подарили. А, просто подарил кто-то, да? Да. А кто, да? А это не важно. А вдруг важно? Не важно. А вдруг не важно, откуда ты знаешь? Нет. Я не понимаю, почему лодки, блин, протираются, а? Что за фигня? Плывешь по воде, и вдруг лодка и стерлась. Ой, еще такая. Нормальный подарочек, да? Мальчику на 24 года. В смысле? Майнкрафт на 24 года подарили. Ну, нормально, что? Да. Вот тебе Майнкрафт, иди играй, да? Да. Такой. Спасибо, это то, о чем я всегда мечтал. Подожди, а сейчас же жмешь на F3 и тебе показывают, какой биом. Может телепортнуться? Да ладно. Подожди, может телепортнуться как-то можно? Никак нельзя. Зачем мне ставить стандартные текстуры? Никак нельзя. Ох ты, два критера. Да это, блин, 15 долларов, ребята, вы не смотрите, это не сейчас, это очень давно было. Это было, блин, очень давно, короче. Очень давно. Ну, считай, 2010 год я играл в Control, в 2011 году я играл в Майн. Вот 2011 год это было. 2011, ну да, да, да. У студента 2011... есть. А что это? Канал? Да. У студента канала нету. Так у моей жены канал есть, но нету видео, и на нее подписано 90 человек. Что это такое? Пардон, IP. Что за... Витя, может я буду выкладывать видео на студент канал? Таня, пардон, это разбан человека. Пардон, IP, это класс. Это разбанить по IP. Я поняла. Spawn point. О, можно spawn point сделать. Say... Summon. Можно за сумму не понял-то. Так, я опять новый биом. Горы, короче. Где ты, блин, находишь новые биомы? Ну, как где? Я ж хожу. Иду. А нет, а я ползаю, да? А ты ползаешь, да. Ни одного еще нового не встретил. Кайзер, на что у тебя меч зачарен? Острота 2. И все? Да. Боже. А у меня заговор огня один и проще дела. Тихо, отлагивай. Вот я вижу, слышь, тут что-то выросло только что передо мной. Такое красное, волосатое. Не твой? Ты такой длинный стал. Вообще, меня заключило конкретно. Гогу плохо аж стало. Кому? Студент вообще-то. Красная волоса. Так а что такое, слышь? У тебя начало, у меня на это. Хоба вырос до небес. Ты посмотри на небо, увидишь, тоже. Просто он тут мимо меня рос. Кстати, вот дерево не находил, а храм я еще не находил ни одного. Я не находила, в пустыне была. Татьяна, видишь овечку? Ну. Таня, я не видел пустыни стандартные, я видел пока что горы пустынные. На жареные. Ну, эти сейчас. Домик ведьмы в болотах кто-нибудь походил? Да. А зачем тебе? Опа, горы зимние. Первоклашки матерятся сильнее, чем бухой сосед. Ну, так, это же их проблемы, проблемы их родителей, правда, что они там матерятся. Да, и какое воспитание? У меня, к примеру, сын, ну, не скажу, что не матюкается, нет, например, как, он, когда играет вот в доту, это все, это край просто. А, еще один задрот, да? А что, нормально при тебе может заматериться? Да. Нет, сейчас он, знаешь, сейчас он плюнул на доту, короче, и залип в террарию. Ему террария больше, чем дота.
А я выжил. И видео мы потеряли, снимает. О, да, рекламка. Секундочка рекламы. Значит, на канале Неомастера можете зайти у меня в дружке, посмотреть, кому хочется Террари, вот он снимает. Таня, я спрыгнул с высоты и выжил. А до сердечка осталось. Мне рекламу сделай. И заходите на канал к Тане, посмотрите летсплей по играм. А как же дружеских? Вита, подожди, а теперь мне рекламу. Че-че-че? Мне теперь рекламу. Да, и найдите студента на карте Челябинской области. Кто найдет, тому подарю игру. Вы сидите по идти, приедете поздравить его там, чем-нибудь. Знаете, давайте, кто угадает, с какого города Челябинской области? Я его дом видел на карте, так что если мне кто-то кинет ссылку с карты Google Plus и покажет мне его дом, то я скажу, что да, это он. А то я реально подарю игру человеку. Там же есть возможность гулять по городу. Гог, кидай мне свои координаты. Какой Гог, блин? Где, кидай мне свои координаты, сейчас игру получим. Да ты что? И в игру получишь. Как-то хитропопы, а? Да. Игру он захотел. Фиг вам! Кейджер знает, приедем. Сколько у него мастеров? Фиг знает. 16, в этом году 17. Совсем большой стал. Это он в следующем году школу заканчивал? Нет, у нас 12 лет. А, у вас 12? Сейчас 10 класс. У вас 12 лет. Да. Ну он не это, мы его в этот в колледж не отправили, ну не в колледж, блин, это как это, блин, короче, в училище. Вот я не понимаю, 11 лет, блин, в школе делать практически нельзя, тут 12. Так здрасте, там же сразу в институт можешь поступать на второй год. Там же потом, понимаешь, этот бакалавр они сдают, это типа ЕГЭ в России. А. Вот, и вот после бакалавра ты на второй курс института поступаешь. Витя, ты сейчас понял, что ты там сказал? Че? Перед этим. Че? В институт на второй год. Ой, на второй, ну, блин, на второй курс. Ну, какая разница, год курс, блин. На второй год обучения. Института. Я, понимаешь, неграмотный, я институт их не заканчивал. Ага. У меня у самого образования только школа. Ну так, у меня 9 классов, и то 9 два раза. Че ты смеешься? У меня реально 9 класс два раза заканчивал. А че так? Я двоечником был, я со справкой школу окончил. Я хулиганом был, ты что, не знаешь, да? А нет, я уже что-то рассказывал. Я все время, я ж это, я гулял, короче. Опа, а это что за новая такая? Дрался там в школе, ну, я практически, я не знаю, там один, по-моему, человек, с кем я не дрался, только в школе был. Директор. Да, хорошо, знаешь, нет, я... Точно. Я ж тебе говорю, нет, я и с директором дрался, кстати, я ей тоже глаз зарядил. Я помню, как меня сказал, как директор зарядил. Да, да, серьезно. Это была женщина-директор? Да, я ей, как это, что, за все года, чтобы она знала, падла. Так она же это, слышно, меня милицию направлю. Она? Да. Не знаю, кто она была. Что она преподавала? Да не кто она, кто она? Она бывшая, этот, пионер-вожатая сраная была. И директор? Да. Кто она? Хрен в пальто, кто и она? И кто такая в глазах? Коза, блин. Слышу, Вася! Я, короче, когда после окончил эту сраную школу, короче, пошел в Райанополь, ну, брать справку для другой школы поступать. Прихожу в кабинет, и эта овца сидит. Я, говорит, тебе справку не дам. Я говорю, хорошо. Ты не заслуживаешь учиться, короче, получать образование. Я говорю, хорошо. Пошел, позвал мать. Мать как пришла, ей такой скандал устроила, короче. И дала справку. Две справки дала для двух разных школ, блин. Я пошел, выбрал себе школу и выучился. И вот в той школе, вот там меня еще учительница по физкультуре, короче, она мне здоровье поправила. Вот кому-кому, а вот ей я благодарен по гроб жизни. Блин. Если бы не она, я бы точно, наверное, блин, до сих пор, это, ну, на ингаляторах бы сидел. Так а за что ты зарядил, директор? А так там был, там была проблема, понимаешь, у нас же ввели этот сраный румынский язык. Господи, вот, и мы на него не ходили. Приперлась, и это, короче, давай там хайся. А мы это, ну, румынку послали. Ну, я и так и сказал, я говорю, иди ты на самый со своим румынским языком. Я говорю, я молдавский знаю и не хочу учить другое. Я не ходил. Я не помню точно, какой предмет был, но я помню, что приперлась, это дура. Начала там что-то орать, блин, на моего друга и на меня. Ну, нас трое было, у нас и та троица была, три долботряса. Боялись, да? Нет, ну не боялись, мы просто такие были, отвязные. Вот. И, короче, начала на моего друга. И я это самое, я там что-то впрягся, короче, она, ты это, мы это. Я, короче, не выдержал, как зарядила. И тут еще физрук бежит, а дружбал физруку с ноги вколол, короче. Здрасте, да? До свидания. И что, на милицию вызвал? А что, я и троллейбусы бесплатно ездил, эти кондукторы стороной обходили. Одному тоже зарядили в глаз, а они стороной обходили. Ужас. У меня было не здрасте, у меня было прощай школа. Это были 90-е, да? Ну, читай, когда я жил, это же была вот эта вот перестройка, вся эта фигня. Или ты был вот таким, как я, или ты был таким, знаешь, этим забитым, короче, чуханом. У меня ты не рубится. Да я тут замечал и бузин, по четвертому разу уже стреляю. Кайзер солнцевский, кайзер хуже солнцевских, блин. Ну ты даешь вообще. Топа. Кайзер веселый юный, класс. Возит. Кайзер, знаешь, что я нашел? Я не знаю, что нашел. Я ничего не нашел. Бывает. Да, я нашел лошадь черную. Приключения на свою задницу нашел. Это уже давно на Айзере. Да, этот я не поздоровался со зрителями. Да не надо здороваться, продолжай, просто записывайся. Так куда мне идти, блин? Иди прямо, а потом налево. В лаву. Потом можешь повернуть направо, я, кажется, домой пришел. Вот, там уже гадает, где ты живешь, слышишь? Да? Там, вся, вот там, может быть, нифига, я говорю. Скриншот, ссылку на
на фото этого в Google мапе. Вот тогда. Витя, так поговорим. Кайзер, откуда такой ник? Был Big Macho 33 у меня ник. Был Большим Мачо. Даже, по-моему, еще и в контре он у меня был такой, да? Не был, ты сразу Кайзером был. Да ладно. Да. Я сколько тебя помню, блин, ты сразу Кайзер был. Да? С детства, да? С пеленок Кайзер. Подожди, так я ник не в контре придумал. Слушай, я знаю, что ты придумал в этом. А, ты подожди, а что, получается, я в Майн раньше? Нет. Нет. Нет, не раньше. Нет. Мы в контре же познакомились. Да, да, у меня же этот билет есть, который этот, ну, как этот, ник, который, знаешь, это типа зарегистрировал ник такой-то. И у меня есть. У меня где-то тоже лежит. А у меня, меня уже золотой аттестат идет. В контре я тебя знал под ником Кайзер. Да, ты тоже сейчас подумал, а что это я тогда Кайзером был? Вот, а потом ты уже вроде бы стал Кайзер 37. Ну это я в Майнкрафте 37 стал. Да. Кстати, люди какие-то там просили сид, да? Не надо никаких сидов. Не, знаешь. Погоди, они просили сид. Мы играем на сервере, сервер сам регенерирует карту. Тут нету сидов. Регенерирует? Ну ты ж не водил сид, да? Но. Он сам сделал карту. Да. Вот. Какой сид? Ничего не знаем. Да, выпьем, что были. Это вообще не мы. А я чё, я мой чё, моя хата с краю. Так, вроде все. Санчес! Лодок наделся. А, кстати, собачек надо. Санчес, отвечаю тебе на твой вопрос. Или. Еще я в детстве на 2 трехлитровые банки упал. И чуть в легкой себе не-то. Ну, господи, ну все, ну начал рассказывать свою подноготную, а? Не, ну весело было, блин. Весело было. Ну что, я башку на металл упал. А мы это с братом, короче, таскали банки из подвала. Ну, закрутки, знаешь, это. Ох, блин. Черт. Кажется. Опять? У меня мир не прогрузился. Ясно, присоединяется, отключается. Да у меня мир этот. Короче, я в пустоту падал. Если я Тане скажу, что вокруг меня очень много собачек, то я думаю, сейчас у нас дом будет заполненными. Нет. Ландер Ланг. Ланг. Я метеорит упал в озеро Чебаркуль. А я не живу в Чебаркуле. Я не живу в озере. Нет, есть у нас город такой, Чебаркуль. Я понимаю. На его окраине находится озеро Чебаркуль. Метеорит упал туда, но я там не живу. Кстати, метеориту вроде уже 2 года. Да его достали уже давно. У нас в краеведческом музее в Челябинске выставлен. Да ладно. Да? Ну да, вроде бы, я в новостях видел. Блин, а фиг ли я слез с лодки и оказался посередине озера, а? А это лаги, я тоже заметил. Эта версия не стабильна с этими биомами. Да, это. Мы все угорали. Ребят, мы зато на рыбалке рыбачат, блин, а тут на тебе метеорит. Лучше не ругаться, блин, с первого раза. Ладно, хоть я тогда рыбалкой не увлекаюсь. Прикинь, такой сидишь, рыбачишь, такой метеорит падает, ты такой даже брови не пошевелил. Это, какая-то команда КВН есть из Челябинска, не этот, не уездный город случайно? Уездный город есть, и уральские пельмени, но уральские пельмени это, сборная уральского региона. Ну да. А уездный город Челябинск? Не из Челябинска, да? Ну, уездный город Челябинск. Ну да, классная команда была. А этот, скажи мне, я тебе скажу, уральские пельмени это с уральского региона, то есть Челябинск. Екатеринбург, Тюмень. Да-да-да. Да блин! Да задолбали эти лаги, я не могу ничего здесь сделать. Как появился мой ник. Короче, был у меня когда-то... А, вот, я вспомнил, почему я ник такой Кайзер. Значит, я играл в этот, World of Warcraft, у меня там был ник Big Match 33. Ну, короче, до этого у меня был Big Match 33. Почему канал и называется Big Match 33, собственно. Вот, ну, урлы канала такой. Потому что это еще с 2008 года я себе делал. Чтобы кому-то там ответить в комментариях. Ясно. Сервер закрыть. Ну все. Снова ника. И я думал Цезарь создать. Ну Цезарь. А он занят был. Я Кайзером назвался. Реклама. Ну насмотрелся по телевизору. Немецкая техника Кайзер. Very good. Нет, я говорю Цезарем. Жена говорит, слышишь, а вот есть Кайзер. То же самое, только у немцев. Ну то же самое, что у Цезаря у этих, только у немцев. Я говорю, ну давай так назовусь. Какая разница? Значит, что у тебя насмотрелась реклама. Да я тебе говорю, она, блин, это при чем тут реклама? Это по истории. Да ладно, все, ты дай поугарать, а. Серьезную тему разводили. Мы искали, как ник Цезарь, ну, то есть Цезарь на разных языках еще можно, понимаешь, это, ну, это. Я бы хоть на латыни, блин, написал, мне пофиг. Ты бы еще Ярлом назвался. Ну, Вова же он в честь божества назвал этого Бога. Нажвался. Нажвался. Ладно, на этом мы заканчиваем, короче, стримец. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели, с вами были мы, короче, всем хорошего настроения, увидимся, пока-пока. И всем пока-пока.